Дорогие друзья, после обсуждения с Женей Бэдкомедиан его последнего выпуска, в котором он обозревает наш фильм и касается моей скромной персоны, я решил записать видео, официальное видео, я буду его читать, чтобы быть точным. Я хочу принести свои искренние извинения всем, кого не оставила равнодушной или оскорбила моя позиция о пенсионной реформе, озвученная мной на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в сентябре. Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись до конца в важных нюансах проведения пенсионной реформы. Мое мнение опиралось на несколько прочитанных мною статей с недостоверными искаженными данными. Мне искренне жаль, что мои слова были поняты и процитированы таким образом, а также сопоставлены с позицией пропагандистов. Мне непонятны обвинения в моей продажности власти. В финансовых и идеологических отношениях с властью я никогда не состоял и не состою. Я приношу свои искренние извинения всем, для кого моя позиция стала основой дискуссии, которую мне хотелось бы закончить своей единственной точкой зрения здесь. Я не поддерживаю пенсионную реформу и считаю ее большой ошибкой. Мне всегда хватало мужества признавать свои ошибки, и я считаю нужным сделать это сейчас. Спасибо за ваше понимание. Всех обнимаю. Вася Вакуленко.